В Вязниках автобус с пассажирами вылетел в кювет. Водителю стало плохо с сердцем, но он сумел уйти от столкновения с деревом. Пострадал только ствол березы. Среди людей погибших и раненых нет. Хотя, как сообщает портал Вязники.рф, в момент ДТП в салоне автобуса находились пассажиры. Владелец транспортного средства подтвердил, что у водителя во время движения начались проблемы с сердцем. Мужчину госпитализировали. Известно, что ему 53 года. Водитель прошел предрейсовый медосмотр и был допущен к выезду на линию.